Добрый день, а у нас вторая история использования остатков хороших тканей. И сегодня в центре внимания ладен, костюмный ладен, синего цвета электрик и ягодного цвета. Я сшила эти свитеры прошлой зимой. Это очень прекрасная теплая одежда, но при раскрое вот цельного воротника и плечевого среза остается очень большой выпад. И также большой выпад остался после раскроя рукавов. Мне очень было жалко вообще выбрасывать эти ткани, они у меня лежали все лето. И наконец, этой осенью я решила сшить из этой ткани панамки. По выкройке Натали Фокс из Инстаграма, ссылку я прикреплю в описании к этому видео, я сшила вот такую панамку. Она называется «Колокольчик». Ничего я не изменила в ней. Вот примерно вот такая вот она получилась. Единственное, вот поля загнула, а так она вот одинаковая. Мне в ней не очень понравилось то, что она не глубокая. Все-таки хочется, чтобы она сидела чуть-чуть поглубже, чтобы уши закрывала лучше и чтобы вот поля не топорщились так сильно, а были чуть-чуть плотнее к голове. Поэтому я изменила лекало этой панамки, и у меня же оставался второй остаток, ягодный. И сделала уже вторую, ягодную, и она получилась совершенно другая. Сейчас я ее померяю. Вот. Она получилась вот более лаконичная, скажем так, более закрытая. Вот так это выглядит в профиль. И, в принципе, я ей довольна больше. Она для меня удобнее. Что я сделала? Я увеличила высоту на 2 сантиметра и изменила ширину полей. Спереди она пошире, потом идет на уменьшение, и сзади совсем-совсем мало. Еще я пришила, обязательно пришила вот такие вот ушки, чтобы было не холодно ушам, это для меня святое, и пришила подкладку, простеганную с шерстипоном, поэтому панамка очень-очень теплая. И еще такой нюанс, чтобы не пропечатывался стык, шов, где встречаются поля и подкладка, я этот шов аккуратненько закрыла репсовой лентой. Причем лента с одной стороны прошита на машинке, а с другой стороны я под сериал ручными стежками аккуратненько-аккуратненько ее к полям пришила. И поэтому даже изнутри эта панамка смотрится очень неплохо. Я ношу ее вместе с пуховиком. Выглядит достаточно спортивно, но в то же время в меру элегантно, и мне очень нравится. Далее к этому видео я прикреплю видео, как я изменяла лекало синей панамки, чтобы получилось вот это, и покажу, как все это выглядит с пуховиком. На этом у меня все.
Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь в комментариях, как вы утилизируете ваши остатки хороших костюмных тканей.